Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня я хочу представить вам вот такие очаровательные арки, которые могут прекрасно украсить и дополнить ваш сад. Вы можете установить такие арки на входной группе, можете сделать акцент в саде, то есть сделать какие-то, посадить красивые растения и выделить какую-то определенную зону. Можете с помощью таких арок отделить зону рабочую от зоны отдыха. Сейчас я стою вот около такой необыкновенно красивой арки. Высота арки составляет 2,25. Ширина арки составляет 195 сантиметров, это вместе с кашпо. Внутренняя часть составляет 120 сантиметров. Вот такая мощная, красивая арка. Но она не создает впечатление тяжелой арки. Посмотрите, металлический каркас, металлический профиль. Внутри выполнено с элементами ковки. Внутри в оригинальном исполнении вставлен фонарик, который заряжается от солнечных лучей. Внизу расположен ящик, который предназначен для высадки цветов. Внутри ящика ячеечное основание, позволяющее вам выставлять ваши домашние цветы. Вы можете также поставить обычные цветочные ящики с любыми вьющимися растениями. Высадить сюда летники, которые быстро поднимутся по опоре. Вверху оригинальное исполнение дерева, покрытие его точно повторяет покрытие ящиков. Причем древесина покрыта составом, имитирующим старину. Посмотрите, как оригинально выполнены ящики, которым вы можете высаживать летники. Кованые элементы повторяются вверху и повторяются в боковом исполнении. Очень оригинально. Данную конструкцию вы можете оставить на зимний период времени, но можете и занести. То есть она достаточно легко разбирается, достаточно открутить несколько элементов, и конструкцию можно будет разобрать. Но можете оставить стационарно на участке. Данная конструкция, несмотря на то, что она достаточно большая, она очень устойчивая и не упадет и не сложится от того, что если растения у вас будут очень мощными, обовьют всю конструкцию. То есть она очень устойчивая. Причем на эту арку легко можно также подвесить и подвесные растения. То есть крепление позволяет вам легко задекорировать ее еще помимо тех растений, которые будут виться по сторонам. Вот такое вот оригинальные горшки повесить, что создает еще дополнительное украшение. Еще одна модель, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вот такая элегантная арка. Она выполнена в другом исполнении, но не менее привлекательна. Высота данной конструкции составляет 2,36. Ширина данной конструкции по внешнему краю составляет 2 метра 7 сантиметров. Ширина по внутреннему краю составляет 125 сантиметров. В середине конструкции прочная железная перекладина, позволяющая выдержать вес различных растений, которые вы можете вот так же, как я, повесить. Данная модель оборудована вот таким специализированным ящиком, деревянным ящиком, который имеет специальное покрытие, позволяющее защитить древесину от воздействия атмосферных осадков. И если вы посадите цветы непосредственно в этот ящик, она тоже не будет страдать. Несмотря на то, что вот такая конструкция кажется, как будто бы она очень легкая, вы знаете, она выдержит вес достаточно большой вот тех растений, которые у вас вырастут и обовьют ее. То есть она не рухнет под тяжестью вот этих вертикальных растений. Еще хочу отметить, что данная модель легко демонтируется. То есть вот достаточно вот этих креплений раскрутить, и верхняя часть легко демонтируется. Арка выполнена из металлического профиля, который покрыт специальным составом. Она не боится ржавчины. Элемент ковки делает эту модель очень элегантной и красивой. Данная модель легко комплектуется вместе с лавками, которые есть в интернет-магазине Хитсад. Установив здесь лавку и небольшой разборный столик, вы создадите неповторимую зону отдыха, вот прям буквально двумя легкими движениями руки. И последняя модель, которую я хочу познакомить вас, это арка, которая предназначена для вертикального озеленения. По ней великолепно будут расти плетистые розы, виноград, клематисы. То есть опора очень устойчивая и легко декорируется в любом интерьере. Ну, вы просто на минуточку представьте, что вот достаточно просто посадить рядом клематисы и по ним пустить, и тем самым вы можете вот с помощью такой легко переносимой арки оформить красиво входную группу, сделать акцент, или же просто использовать как опору для вертикального озеленения, то есть буквально пустив по ней красиво пьющиеся цветы. Хочу обратить ваше внимание, насколько оригинально выполнена ковка. Она имеет покрытие под бронзу. Металлические перекладины, которыми выполнено основание и наверху, делают конструкцию очень устойчивой. Металлические опоры вы можете использовать для подвесных кашпо.
благодаря вот таким вот подвесным кашпо вы еще больше дополните и разнообразите вашу арку. Высота по верхнему краю составляет 2,40. Ширина конструкции составляет 120 сантиметров. У этой арки есть очень хорошее крепление, которое, раскрутив, вы просто можете легко демонтировать и в зимний период времени убрать на хранение. Причем к этой модели вы можете подобрать вазоны, которые выполнены точно в таком же стиле под бронзу. И еще больше дополнить входную группу или же какую-то зону, которую вы хотели украсить. Данную модель лучше вкопать в грунт для того, чтобы повысить ее устойчивость. Арка выполнена из металлического профиля, который покрыт под бронзу с элементами ковки. Конструкция очень устойчивая и красивая.